15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Эта война длилась 9 лет. Мы собрались, чтобы сказать павшим, что мы помним и чтим, чтобы сказать живым, что мы вами гордимся. Минута молчания. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем.